Зачем в СССР был так популярен Дали? Я не думаю, что Дали был как-то особо популярен. Просто такая была тоска против этого всего социалистического реализма. Хотелось какой-то молодежной культуры, какого-то праздника жизни, чего-то такого яркого. Ну вот, Дали очень на это подходил. Я сам по молодости так и особо его и не знал, какие-то там репродукции плохие и все. Но удивительно, там прошло 10-15 лет, я посмотрел эти картины, и до этого я думал, там что-то тонкое, ну, видел такой глазунов какой-то.